Басня номер 20 из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басни «Муравей» и «Голубка». Муравей спустился к ручью. Захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку. Она увидела, муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела. Конец басни «Муравей» и «Голубка». Звукозапись сделана Гузель Тухватуллиной. Клинтон, Теннесси, United States, September 8, 2008.